Всем привет. Привет. Смотрите, какой натюрморт красивый. Я сейчас сделала. Так, у меня посылочка. Здесь нож спайдерка эндура. Вскрываю не зря вот эти вот ганзаделикой. Последнее время. Раньше я вообще спайдерка недолюбливал. В основном из-за мили. Я считаю, что очень переоцененный нож. А в последнее время стали мне нравиться ножи спайдерка, именно классические. То есть у меня давно есть гарпия, цивилиан. Давно я присматривался к эндуре. Вот. Ганзаделику приобрел. Ну, что это? То есть к подделкам я отношусь, как уже и говорил, отрицательно. Но брать эндуру оригинальную просто нет смысла. Опачки. Какой здесь цвет? Розовый. Доча. То есть этот нож не какой-то там рабочий, чисто EDC-шник. Так, что здесь? Ну, типа спайдерка. Ладно, даже мягкая подложечка. И бы с ней. Ну, класс. Просто класс. Так, попробуем открыть сначала по-нормальному. Ну, огонь же вообще. Попробуй порезать бумажку эту. Окончиком. Прелесть, еще даже в масле. Так, замок, ну, бэклок тяжеловат слегка. Так, как тут его одной рукой-то складывать? Ну, понятно, что вот так вот, наверное, проще всего. Но очень опасно. Так, у продавца у этого было черный, синий и красный, как было написано. Ну, это скорее такой розовый, малиновый. Не знаю, как они, спайдерка так вот пальцем флипует. У меня никогда не получалось. Или даже средним. Я заказал синий. А синего не было. Я написал, давай розовый. Главное, не черный. Надоели. Черные. Это летний нож будет. Этот вот черный пришел, к сожалению. Хотя хотел другой. Ну, здесь вот нож, замок значительно проще. Здесь он на винтах, если не ошибаюсь. Оригинал не на клепках ли случайно? Прикольный летний такой, легкий, большой. То есть последнее время предпочитаю полноразмерные ножи. То есть это вот чисто игрушка так на подхвате. А с собой носить что-то полноразмерное. Вот такое. Это хотя тоже легкий нож, но на лето можно вот что-то потоньше. И вроде как полегче. Ну, еще смажу его. Думаю, разработается. Ссылка в описании. Пока. Пока.